Письмо. Угу. Вот Ксанка читала. Мы так. Пошли. Батя, мы побежали. Пока. Петрович. Здравствуй, Корней Васильевич. Что новенького? У тебя что новенького? Куда Андрейка-то назначил? О, признали его здоровяком. Здравствуйте, здравствуйте. Отсрочку сняли, пойдет служить. Время знаешь какое. Танкистом, аболетчиком. Ну. А что, парень? Хорош прямо весь меня. Ну да, из тебя летчик по производству. А что я виноват, что в мое время авиации не было? На чем же я мог летать? С печки на кровать. Вот так. Здорово, Макарыч, как там в Мадриде? Жмут фашисты. Лучше бы уволячку дожал. О, Лига наций. Опять один Литвинов за правду бьется. А англичане с французом, это ж просто нахальство. Республиканцев взяли в блокаду, а фашистам все годят. И гроши, и оружие, еще сами обижаются, мы, мол, ни при чем. Правильно говорит поговорка. То порося в крав, того и в ухо Реляка, ты что? Не полагается вам больше. Как так? 82% по цеху. Тю-тю. На тебя тю. Взял иди. И тю. Дурака. Торопитесь с регистратором? Да. Уже? А ты думаешь, отфарсить? Не дам. То есть как это не дам? Ваш цех уже неударный, слетели. А я все равно не дам. То есть как? А мы в прорыве не виноваты. Мы на своих гробах много делаем. Даже очень много. Она верно говорит. И мы план нагоняем. Не знаю, тут все записано. А это да, не важно. Опять пришел спину взрывать, не дадим. А где процентик? Не процентик. А танки новые, где процентик? Ребята, ставь обратно. А мы за ком пойдем. Пусть пришлют они. Правильно. Позвольте, позвольте. То есть как это комиссию? А вот так комиссию. Анархия! Здравствуйте, товарищ. Вот хорошо, что вы приехали. Ну ладно, мы не выполнили план апреля. Но мы же стараемся, догоняем. А вот он, флажки наши. На наших станках скорости нельзя, да? Да, брак идет! Ага, брак! Тише. Инструкция, товарищ директор. А ну, покажите. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Мое почтение. А, подписывал. А может быть, ошибся? Ошиблись. Ошиблись. Ну что ж, возможно. Ведь одно дело бумажка, а другое дело реальные условия. А вот вы, товарищи, должны драться с этими бумажками. Отменим. Мне ли вас не понять, старому рабочему? Конечно, обидно, со всей душой стоишь у станка, а о твоей работе судят только по инструкции. А что ж с новыми станками будет, товарищ Горилов? Столько ждем. Да.
вопрос наболевший. Ну что, отвечай, директор. С этим делом пока еще плохо. В этом году завод новых станков не получит. А программу нам опять увеличили. Так, да. А нам много? Заказ срочный, оборонный, сами знаете. Ну да, 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 да. Ну да, программу-то выполнять надо, как говорится, через не могу. По-большевистски, да разве у вас в цеху нет скрытых резервов? С такими вот хлопцами черта свернуть можно. Верно я говорю, товарищ Середа? Да-то черта сворачивать оно, мабуть, и легче. А тут знаете, как получается, как одна кума наказывала своему петуху яйца нести. Он уж и так и сяк старался, а никак не смог. Ну, правда, что тому петуху думать было нечем. А вы помозгуйте. Ну, а мы поможем. Сделаем все. Да вот, кстати, и новый главный инженер к вам прибыл на завод. Сысой Борис Ильич. Переведен к нам из Одессы. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Я давно мечтал работать в Киеве в вашем коллективе. Вижу. Трудности огромные. Но это, так сказать, трудности роста. Вместе все преодолеем. Ну вот пока и все. Да. До свидания, товарищи. До свидания. До свидания. До свидания. А на вид деловой. Да поживем, побачим. Да. Поздравляю, главный инженер Романюк. Не беспокойтесь. Так завтра в 9, где всегда. Принимайте, принимайте дела. Нет. Ты никак уже теперь в арифметику вдарился. Ну, да ищем, ищем, Горпина. Молодежь старается, я ж мастер, мне ж нельзя отставать. Не мешай. Яш, и куда ты опять так торопишься? Да надо. А детей что? Никого нема? Вот ты не знаешь. Кто на собрании, кто на курсах. Ага, да-да-да. А кисель? А вечером выпью. Когда ждать-то? Что не вечер одна? Так тем бы ж, мать, так и я ж в глазах пестри. Ничего, скоро Мотя в декрет пойдет, получишь внука. Говорит Киев. Передаем последние известия. Вчера ночью фашистские самолеты вновь бомбардировали Барселону. Имеется много жертв среди гражданского населения. Китай. Продолжаются упорные бои между войсками Гоминдана и частями китайской Красной Армии, которые отступают к границам провинции Яньань. Сегодня рейхсканцлер Адольф Гитлер принял японского и итальянского послов и имел с ними беседу. Гитлер заявил о своей полной... Снюхались кобыли. Обижаешь собачек, папаш. Не кобели, а гады ползучие. Хоть это верно. 20-й год. Голод, разруха. Еле-еле теплится жизнь на наших заводах. Только что кончились бои в Киеве. И вдруг приходит ко мне в институт простой рабочий, красногвардеец. Худой, обросший, но весь словно раскаленный. И что вы думаете, он приносит мне? Чертежи, размеры. Смотрю, чрезвычайно интересно. Оказывается, этот человек в бою, в подполье, сконструировал новый резец. А мы ведь только сейчас подходим к этой задаче. И помню я в самобытных чертежах этого товарища, его звали Карпохвиля. Было очень много ценного. Карпохвиля с моим дедом дружил. Да? Что это вы, товарищ, все время идете за мной? Куда я, туда и вы. Верно заметили, извиняюсь. Иду. Познакомиться с вами хочу, товарищ профессор. Сделайте одолжение. Владимир Николаевич. А я Яков Петрович Середа. Яков Петрович,
Зарудный. Ага. Очень приятно. Вы ведь на семинаре были? Был. Опоздал. У нас смена на арсенале задержалась, понимаете? Так. Так вы с арсенала? Да, да. Очень, очень приятно. Посоветоваться мне с вами вот как нужно. Дела о наших швах. Время у вас свободное есть? Вагон. И я гуляю. Так позвольте вам компанию составить. Прошу, прошу. Вот какая вещь, дорогой Владимир Николаевич, да. Профессор уважаемый. Понимаете ли, дело с теорией у нас плохо обстоит. Вот практики-то мы уж тут как, понимаете... Галя, ты чего? Ничего. Замерзает наш цех, правда? Ну ничего, вот мы получим новые станки. Галя, когда? Да подождите, господи. Идем в кино. Сегодня в клубе новая картина Чапаева. Нет, я не могу. Идем. Нет, у меня дело есть. Больше не переживаю. Ты знаешь, Оксана, я долго думала, нужно завтра собрать всех ребят в комитете комсомола. У меня есть предложение. Ваша мысль о новой заточке риса правильная. Нам надо поискать. А чем сумею, помогу. Спасибо. А то дуже трудно. Знаете пословицу: наука для людини, що витне для хатини. А мы же учились на медики. А насчет изобретения Карпох-Вилли вы хорошо сказали. Талантливый самоучка был. Небо какое нежное. Тишина. Да, тихо. Аж не верится, что где-то там бомбы падают. Господин Дорошенко. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Буш. Добрый вечер. Удачная поездка? Вполне. Вы видели в Киеве моего племянника? Ему пришлось покинуть военную работу. Но сейчас в оборонной индустрии он занимает видный пост. Храни его Бог. Наш фюрер считает, что Париж – это не совсем подходящее место для резиденции таких серьезных людей, как вы. Прикажете считать это за приглашение в Берлин? Возможно. А как принял Леонид Николаевич наши новые директивы? С готовностью. Слава Богу. Сейчас наша общая цель. Любыми средствами подорвать и ослабить военную индустрию на Украине. Фюрер считает, что будущее Украины в сфере влияния германской экономики. А как же мы? Степень выгоды для вас определит ваше участие. Понимаю. Украинские националисты пойдут с вами. Я буду снова в Киеве. Несомненно.
Как приветствовать на украинской земле героических женщин и детей Испании? Ну, выходь, ты ж выходь, ты вот тут же ждем вас, ну что ж вы там, а? Это, да... Дети Мадрида и Барселоны. Неужели у нас так когда-нибудь будет, а? Ой, ну что ты, Галя? Нет, фашистам с нами драться не под силу. Да главная беда у них, братцы, в Испании, это пятая колонна. Тебя как зовут? Тебя? Я Яков. А ты? Хозе Миль Сантос. Ага, ну вот, а по-нашему Миша. Ну, молодец. Вот молодец. Ну, мы тебе ножку твою починим, а? Ох, и уморила ж ты меня со своими покупками. Да ну, ой же. Вот такую вот. Галя. Вот такую жены, и вот такую жены. Что это с батей? Вот и вернулись, смотри. Смотри, Тос, купили так, а так. Яшенька. А у нас новости, Гапушка. Что? Федя проснулся. Да не Федя. Ты это как... Ты, Гап, Гап, ты не волнуйся, понимаешь? Вот это... Я тебе что говорю? Вот, ты, вот, вот. Доверили нам. Хлопчик из Барселоны, Хозе Михель. Миша, по-нашему Миша. Мишка. Черноглазенький мой, ну иди сюда. Ах, ты ж какой хороший. Ножку, ножку, ножку. Ножку, ножку. Ножку, ой, Мишенька, ой, черненький, а глазастенький какой. Все, что было у Карпо, спрятано. Ни одна бумага не пропала. Вот, прострелено. Был он в ней. Гимнастерка его, бельишко, грамота от ЧК. Можно? За успешную борьбу с врагами революции трибунал Киевской ЧК как меч пролетарской диктатуры, выражает благодарность товарищу Хвыля Карпо Ивановичу. А тут все, что он рисовал. Так вот это же оно и есть. Точно. И фреза. Такой сейчас на заводе нет. Коническая. Вот. Чудак, нет, да ведь он же изобретал. Ну. Ну вот. Давай дальше. А тут и не поймешь, что к чему. Да. Ну, профессор разберет. Не закончил он. Все война отрывала. Чайку поставлю, а может и по стопочке. Я нет. Нет, мы ведь уж с Корнеем Васильевичем завязали. Вы по-соседски, наверное, помните, раньше зашибали, а теперь не. Благодарствуем, Кристина Архиповна. Если разрешите, мы с Яшей еще тут немножко попотели. Задал нам Карпо задачу. Пожалуйста, пожалуйста. Семилампово затеваешь? Да вот пробую. Тогда Мадрид будем брать, понимаешь? Давай. Футбол? Да. Ну, а кто сегодня вам голы будет заколачивать? Водни. Ну? Трудно с ним. Знаешь как? Ну, ни пуха, ни пера, Шурка. Ну, черт. Давай.
Мам, я пошел. Люди, уже? А племяш-то какой у тебя, а? Держи, Федя! Ну, голосистый такой, сильный. Вот какой он у нас. Красивый, праздничный, у ты, Федюня, мой хороший. Он тоже будет у нас капитан команды. Капитан Витерин заснет. А мамка присмотрит, а мы с Матечкой на танцы пойдем. Не приставай к замужней женщине. Что у тебя, своих подружек вертихвосток мало? Так пусть же поразвлечется немного. Пусть не поразвлечется, обойдется. Мам, ну пусть пойдет. Мама, идем, надо нянчить, а не потанцулькам бегать. Не было. Наказание. И так теснота, как сельди в бочке, а он еще по полу свои антенны тянет. Господи, третий год дом строит. Вытри, доченька. Да, сейчас, я на танцы одела. Вот я тебе задам танцы, три дня не сядешь, белоручка. Иди, занимайся. Ой, давай уж. Ну, иди. Сейчас пойдем. Собирайся. Иду. Чтоб и тело, и душа. Побежал твой неугомонный дед по соседям. А то же. И в праздник дома не посидит. Ой, дед у нас. Ой, ну, Федюнечка мой. Маник Здравствуйте, Борис Ильич. Ждете партнера? Да, жду. Ну что ж, сразимся. Ваш ход. Заказ в августе не должен быть сдан. Строжайшая директива. Задержать модернизацию артиллерии. Мое положение чрезвычайно тяжелое, Николай Иванович. Коня, коня, съем. Да, да, да. Одиночество и опасность. Но одиночества у вас нет. За нашей спиной европейская цивилизация. Да, да, да. Опасность. Когда я вас спасал от расстрела, Борис Ильич, дело было хуже. Да. Слушайте, тут видно. Старайтесь, чтобы все новые материалы Романюк направлял ко мне в главк. Ну а там. Дяденька, так вам же пора сдаваться. Яков Петрович, что, нравится? Богатая вещь. Значит, первыми вы начинаете опыты с рисами Карпохвили, а вторыми ваша молодежь. Кто? Как кто? Комсомольцы. Они притащили мне уйму чертежей. Так ведь... ну да. Да, между прочим, им помогает один наш студент, Толя Середа. Ваша дофамилия, чертовски способный. Так ведь, это... Угу. Угу. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Простите, профессор, мы раньше... Ну, ничего, ничего, заходите, заходите, прошу. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, заходите, прошу. Прошу, еще гости. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Батя, вы? Ну, я, а что? Кто с кем не знаком, прошу знакомиться.
Скрытник. Здравствуйте, дядька. Будем знакомы, одна фамилия. Как? Так ведь это ж батька его. Ну как я сразу не догадался? Ай-яй-яй-яй-яй. Прошу садиться. Спасибо. Спасибо. Ой. Что такое? Да чего, ничего. Тут рисы покойного хвилі. И всякие задумки Якова Петровича. А здесь ваши молодые мечтания. Пожалуй, начнем с них. Галя! Витенька! Витя! Ну вот я и снова в нашем Киеве. Здравствуй! Галя, я так скучал без тебя, без Киева. А ты? Ты скучала? Галка, какая ж ты красивая стала. Я? Это ты прямо не узнать. На вот, посмотри, с отличием. Ну, не фасонь, пожалуйста, у меня через 2 года тоже такой будет. Учишься? На вечернем. Ну, а почему же ничего не писала? Пошли, пошли. Подожди, пусть как следует встретятся. Пусть идут. А мама где? А вот она. Мама! Витенька. Милый мой. Да-да. Минуточку. Да-да, пожалуйста, проходите, товарищ. Проходите, проходите, располагайтесь. Добрый день. Вот это хорошо. Новый техник включился в кавалерию. И мастер тут. Батя. Иди, сиди. Вот там еще стульчик. Извините. Да-да. Нет, товарищ, не туда попали. Нотис? Вы на сегодня назначены? Да-да. Интересуетесь материалами Карпох-Выли? Очень. Да, конечно. Изучал с большим любопытствием, но, к сожалению, обратно в архив. Да? То есть как в архив? Они же не из архива. Почему же обратно? А вы, молодой человек, у нас без года неделя, а уже выдвигаетесь. Объясню. С технической стороны чрезвычайно слабо. Ну, это как сказать. Не может быть. Да-да. Да и для опытов с новыми резцами у нас с вами, к сожалению, нет времени. Товарищи, товарищи, посудите сами. У нас план. А мы в неурочное время. Там по материалу только. Верно. Материалы не мои. Государственные. Знаю. Да-да. Нет-нет, товарищи, это завод. Опять не туда попали. А мы, видно, тоже не туда попали. Иди, иди. Что-что? Ну, то, что они говорят, то, конечно, для вас и не факт. Ну, молодежь без опыта. А что, если эту придумку показать какому профессору, там, ученому? Какому? Ну, скажем, профессору Зарудному, он как авторитет. Профессор Зарудный? Да. Огромный авторитет. Но направлять к нему на отзыв некорректно. А мы люди отчаянные. Любим поперед батька у пекло. Ось его отзыв. Да-да, немедленно отгружайте новую продукцию. Да. Завтра доложите. Пожалуйста. Вас, Константин Андреевич, как решено, подхватываем комсомольский почин. А вы знаете, что я сегодня узнал? Оказывается, Гаврилов весной сам отказался от новых станков. Не может быть. Уступил для южных строек. Но это формально. А на деле захотел отличиться перед наркоматом. Карьеристский трюк. Скажите. А теперь уже поздно хлопотать. Да, конечно. Как это я тогда не догадался? Ну, теперь вся надежда на ребят. Да. Не подведут? Таланты, Константин Андреевич. Упорство феноменальное.
Ну как же так? Почему? Прямо глазами верить не хочется. А ну, сынок, прочти еще раз. По согласованию с наркоматом, реконструкция цеха переносится на следующий год. А подписал Гаврилов? Да-да. А это значит, мы ничего не получим. Теперь сысой нас законсервирует. Это как же, ребята? Дядя Яша, да такой номер нам мог выкинуть только враг. Ну, Гаврилов же не враг. Не піймавши, накажи, що злодій. Ну, що він паразит тогда? Вот это верно. Да что вы, товарищи, Гаврилов, об этом цеху говорил. Ободрял нас, помните? Обещал помочь. Да, тут, ребятки, треба крепко подумать. Ведь тут и... Что-что? Штука тонкая. Даже я и... Гаврилов, что же он за человек? Я техник из механического, Дорошенко. Знаю. Вы ко мне давно на прием. А у меня все совещание, заседание. Садитесь. Кажется, сегодня он пробился. Подождем. Нашу работу проверили инженер. Вы-то сами еще не инженер. Учиться надо. Я учусь. Вы сядьте. Вы, комсомолец, должны понять, что ваша группа систематически отвлекает рабочую силу от выполнения срочного заказа. А это политически неверно. Ясно? Что? Мы же предложили новый метод охлаждения резца. Это ведь ключ к решению всей задачи. Мы просим нам помочь. 17 лет назад я покончил с братом. Страшно, но необходимо. Ах, если бы так же этого щенка. Он когда-нибудь опознает меня. Тогда провал, гибель. Мы подумаем. Ну и... поможем. Ну, конечно, поможем. Работайте, ребята, работайте. Хорошая работа не пропадет даром. Только поменьше горячности. Поменьше. Всему свое время. Ах, юность, юность. Завидую я тебе. Куришь? Нет. Молодец. Да, завидую. А ведь и я был когда-то рабочим парнишкой в Питере. Как вот ты. А потом гражданка, фронт, военная работа. Ну, а сейчас, как видишь, канцелярия. А вы, ребята, думаете, окопался бюрократ, да? Садись. Да нет, мы так не думаем. Если бы вы знали, товарищ Гаврилов, как вы похожи на одного человека. На кого? Так, на одного знакомого. Бывает. Да, так вот, твое упорство мне нравится, товарищ Дорошенко. Молодец. Можешь считать меня не только знакомым, но и другом. Идет? Ну, поехали! Ну, хоп-хоп-хоп-хоп! Тихо! А ну, прыгай, все. Давай, пойдем кашу есть. Ну, пока я ем, я глухнем. Дай, дай. Вот твоя каша. А лошадь маленько отдохнет, устала. Фух! Ох, и балуешь ты ее, Яшенька. Ничего, пока можно. Сама знаешь, чего он перенес, и бомбы, и голодовки. Пускай здесь посмеется. Это правда. Исты, кушай. А? Ну, башковитый хлопец. Только не гуэльча, а гречка. Гречневая с молоком. Ясно? То-то. Привет, батя. Ну, как смена? 94 выгнали, 94. Да? Это что, бумажка пришла? Из управления. Только смета подрезали. Чи, один кто-нибудь. Гаврилов разрешает опыт. Вот я ж говорил, а? Не дурак он, да и жизнь заставит. Да-да. Касса вечно.
Анонимное письмо проверено, товарищ капитан. Так. Докладывай. Все данные сходятся. Техник Виктор Дорошенко, сын этого белогвардейца, пробрался в рабочий класс, в комсомол. В анкетах писал, что отец его был военным врачом. Умер. А что сам парень говорит? Будто писал правду. Расстрел отца считает ошибкой. Так, так. Завод обороны, товарищ капитан. Пропуск у Дорошенко я отобрал. Зря поторопился. Погоди, погоди. Я ведь это дело вспоминаю. Его вел Гаврилов. Он в лавке теперь. А мать Виктора Дорошенко жива? Жива. Он сам ячейки, активист. Но это все маскировка. Да, с ним крепко дружат заводские ребята. Арбузов Тарас, Павло Зайченко и еще Галя, дочка мастера Середы. Интересно, что скажет Романюк. Пришел к нам на арсенал доктор Дорошенко уже в конце декабря. А в январском восстании он нас в лазарете раненых принимал. Да, тебе еще перевязку делал. И уходил вместе с нами за Днепр. Какой же он контрразведчик? Не клеится. Да, вспомнил. Когда мы скрывались на Дарнице, он рассказывал, что его родной брат, кажется, служил у Петлюры. Его брат. Кто там? Откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Вы? Знали? К сожалению, 17 лет тому назад я арестовал вашего мужа. Моя фамилия Коломеец. Моего сына нет дома. Он мне не нужен. Разрешите поговорить с вами? Пожалуйста, раздевайтесь. Проходите, пожалуйста. Садитесь. А вы тоже садитесь. И не волнуйтесь. Клавдия Васильевна, у вашего мужа был родной брат? Да. Как его звали? Леонид. А вы не знаете, где он теперь? Не знаю, я с ним никогда не встречалась, а мой сын тем более. Он был тогда еще крошкой и... Вы о сыне не тревожьтесь, он ни в чем не виноват. Больше того, мы хотим очистить от клеветы память вашего мужа. Да. Я вам верю. Может быть, у вас сохранились какие-нибудь семейные фотографии, письма? Да, есть. Вы их мне можете показать? Сейчас. Вот, пожалуйста. Это мой отец, кондуктор поезда. А это кто? Это он. Леонид. Я все теперь рассказал вам чистосердечно, клянусь. Трус. Да-да. Это он принуждал меня. Я был запуган, повторяю, деморализован. Я виноват, но я не раскаиваюсь в своем признании. Подлец. Да-да. Уведите арестованного. Как видите, гражданин Дорошенко, игра ваша кончена. Вы ждете, я буду каяться. Нет, не ждем. Убийцу своего брата Каина никто не прощал. Ух, как я ненавижу вас. Люто, бесконечно. Но я сильный человек. Я был создан для того, чтобы повелевать вами, хамы.
От рождения мне полагались все радости. А вы отняли у меня все. Ну ничего. Я тоже почти 20 лет подтачивал вас тайно. Иногда очень удачно. Вы раскрывали кое-что. Но ни разу вы не смогли добраться до меня. И еще до многого. Самого главного. Вам не дойти. Вас раздавят. 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 А вы не сильный. Вы очень слабый. Ничтожный человек. Дорогие товарищи, сегодня мы запускаем в работу скоростные станки, на которых стоят резцы, усовершенствованные нашим героем Карпох-Вылий. И комсомольской молодежной бригады, работавшей по реконструкции этих станков. Немало потрудилась и наша старая гвардия арсенала. Очередь, Кагалина. Я тоже счастлив. Очень. Держись, Галка. Витёк, а Витёк, ты знаешь, не могу себе представить, как придём к бате, что скажем, страшно. А ты не бойся, я ему всё скажу сам. Храбрый, ведь трусишь. Я-то! Небоскреб, пожалуйста, а? Я держу, я помогу. Это с какой стати? Мне вон взять помогает, и человек посторонний. Просто так. Давай, поставляй. Давайте, ребят, давайте. Ну, помогу, помогу. Надо. Иди сюда, вот тут кухня. Кухня? О,
Ой, какая! А вот печки-то нет. Зато плита какая, да? А сейчас на лето купим примус. Ну ладно, Вадя, владевай техникой. Батя, поговорить надо. Ну что же, можно. Пойдем. Так, значит, пожениться хотите. Ты что скажешь? А твоя мать знает? Она знает. Она знает. Так как же ты в таком виде заявился предложение руки сердца делать? Я вон, когда к ее батьке свататься пришел, так крахмальную сорочку и такой бантик на прокат брал. Да ладно, бог. А жить мы с ней начинали не то, что бедные, а прямо нищие были. А вам и работа, и забота, и то. Ну, что с вами делать? Женитесь. Ну, давайте целоваться будем. Меняй, мать. А ну дайте мне слово сказать. Что оно тут такое происходит? Почему тут народ собрался, а? А то свадьба. То Яков Середа дочек своих младших замуж выдает. Стой, стой. А кто тот Середа? Кем он был и кем стал? И почему это он просит гостей своих рюмки налить, за что выпить собирается, какой главный тост произнести хочет? То вот я вам сейчас объясню. Был тот Середа ничем, а стал он аж всем. А имущество у того Середы только и было, что жинка да малые дети. А теперь, ну поглядите ж, люди добрые, как же он жить стал. Ну дом же ж у него прямо полная чаша. А семья у него какая? И снохи, и зятья, и кумовья, и внуков сколько народилось, да еще сколько народится. А, о, из них же прямо роту можно составить, нашу, киевскую, арсенальскую. И начнут из той роты выходить и ученые, и инженеры, и военные, а может и артисты. А что, интеллигенция всякая, нет же такой науки, чтобы ее рабочий человек не одолел. Так давайте ж выпьем, товарищи, сами за себя. За рабочую армию, за хозяев жизни и страны нашей. Ну, Горько, то это, как, ура! А ну, дядя Яша! Здравствуй, Луна!
Здравствуй, месяц ясный. Здравствуйте, звезды. Смотри, какие они большие, правда? Хочешь, полетим на звезды? А мне на земле хорошо. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Никогда. Дорошенко! Дорошенко! Жена зовет. Срочно. Галя, Галя, ты меня звала? Нет. Больше я ничего не могу вам сказать, господин Дорошенко. Но в ближайшие дни неизбежно свершатся великие события. Неизбежно? Да-да. Все украинские националисты должны быть наготове каждый день и час. Понимаю, понимаю. Слава тебе, Господи. Дожил. На тебе, киса. Проснулся, Матвейка. А чего в кино дул? Огорчается, что мамка в Москву уезжает. Вот и папку в Свердловск понесло. Там свои скорости показывать будет. Ну вы же знаете, мама, я в Москву ненадолго. А потом к Вите. Вместе вернемся к сынке. Домой приедем. Гражданка, ваш разговор частный, сейчас разговоры военные, понимаете? Ну, я вас очень прошу. Ну, может быть, что-нибудь можно сделать? Ну, подождите. С Минска связи нет. С Минска связи нет. Закончили? На ваше счастье, разговор кончили раньше. Быстро идите в 9-ю кабину. Спасибо. Со львом связи нет. Связь будет через 30 минут. Рига 490, 9-я кабина. Алло, Витя? Витя, ты слышишь? Это я, Галя. Очень плохо слышно. Галя! Я в Москве, Витя, я собралась к тебе. Товарищ интендант первого ранга, эшелон подан. Немедленно следуйте на станцию. Витя, алло, ты слышишь? Поезжай домой, чтобы не случилось. Береги себя и Матвей. Ну что ты, Витя? Алло, Витя! Возьми трубку, времени больше нет. Товарищ командир, подвезите, мне только до Киева. Да поймите, нельзя, не могу. У меня ребенок-то. Ну, садись. Не могу, не посадите, могу. Ну умоляю вас, мне только до Киева. Не могу, воинской, понимаешь, воинской. Ну поймите вы, у меня в Киеве ребенок. Нельзя, нельзя, только воинской. Противник ввел в бой крупные танковые соединения. Ну
Пустите. Сын, Матвейка, я дойду. Приехали. Заграй баян нам про любовь, бо на світанку в бій жорстокий. Старий Дніпро згадає знов, дівчат згадає. Мы здесь с тобой и расстанемся. Ты бери вправо на Дарницу, а уж оттуда в город. Спасибо, дядя Саша. Не знаю, как благодарить вас. Кто вы? Не говорите. Неважно. Когда-нибудь встретимся. Ушел с армией. Толя пропал. Жив ли, Бог его знает.
А Шура похоронила его бомба в нашей квартире. Мотю немцы угнали окопы рыть. А что с ней? Ведь гонят и гонят в эту проклятую Германию. Грицко Оксанкин, говорят, ушел в партизаны. Андрюша в армии. Вот он и написал, что видел Витю твоего на фронте. А где же все-таки батя? Скажу тебе, Ксанка знает, где он. Мне не говорят. Только носит от бати для Матвейки сахар и булки. Здравствуйте, господин Тепенько. Гуляют. Давненько не были у нас, а? Ай-яй-яй, вешалочка. Пошла белая, ну ничего, как-нибудь повесим. Пожалуйста, даму ждут. Чего, как-нибудь повесим? Виду она как. Ой, похудела. Ай. А мы тут, слава богу, сыты. Гляди, Ксанка, Галке ни слова, что я тут с нужды халуем стал. Да шо вы, батя, я умру, не скажу. Ну, я ж тебя знаю. Ты же молодец. Ну, давай кошелку. Пластинчик. Очень слабые. Самоделки. Но раны могут быть от них смертельные. Пятый взрыв, черт побери. Приказываю обследовать тщательно вокзалы, отели и рестораны. Хайль! Хайль! Ну? Ну, не могу же. Это тайна. А я когда болтала? Батя наш в ресторане работает на вешенке за сладкий кусок. Так стыдно. Старик, что поделаешь? Толя в городе. Он же с заводскими уехал. Уехал? Я понимаю, что его встретила на Подоле. Он меня как увидел... Шмых вышел в подворотню. Ты обозналась. Обозналась, ты можешь не спрашивать. Не
Рученька ясная, месячно зоряна, видно хоть... Нам стало известно, товарищи, что в районе Курска наша армия начала новое большое наступление. Поэтому командование и поручило нам эту ответственную операцию. Наш удар в центре Киева поднимет дух всех киевлян. Что нам нужно сделать? На улице Карла Маркса, обязательно на улице Маркса, нам нужно найти место для выполнения этой задачи. Второе. Грязный чистить надо, мама. Сам ты грязный. Твое дело печенять. У нас работа такая, мамаша. Мне нужен слесарь Сережа. А он там, в подсобке. Угу. Садитесь, мамаша, я сейчас мигом. Садись. 28. Есть 28. Только. Галя. Галя? Батя, и ты здесь? Ну, здесь, а что? Ой, как я рада. Батя. А мы думали, что ты... Что? К немцам в халуи пошел за сладкий кусок. Здравствуй, Толя. Здравствуй, Галенька. Здравствуй. Здравствуй, ну вот видишь, как встретились. Батя-то каков, а? Чистый немец. А что, а? Отчаянный человек оказался. 11 фрицев вот этими минками подорвал. Его изобретение-то, башковитый хлопец. Партизаны сотню таких заказали. Да не я один. Вот мои помощники. Батя, может, Лигель. Может, ты со мной поздороваешься? Дядя Саша. Здравствуйте. Я, кажется, сейчас расплачу. Вы что, знакомы, что ли? Да бывало. Дядя Саша мне жизнь спас. Ну уж, спас. На дорогах встречались. Москву, мамаша, обязательно возьмут. Войну кончим, отдохнем. Сколько? 5 марочек, мамаша. Гутен так. Подавы стыными. Погибли на вас, давай. Значит, наша задача, Галочка... Определить тебя на работу и, так сказать, вполне легально. Угу. Владимир Николаевич, да. Понимаете, дядя Саша говорил, что нам очень важно иметь своего человека на улице Карла Маркса. Ага. Есть возможность в агентстве. Тяжелое место. Но ведь она не испугливо десятка. Устройте меня так, чтобы я могла хоть что-нибудь. Вы понимаете? Да, только вооружитесь терпением. Работа будет неприятная. Вы мне рекомендованы. Но где вы работали раньше? На заводе? Нет, фрау, я была дома с ребятами. Где ваш муж? Он сослан в Сибирь. Украинка? Да, фрау. За что большевики наказали вашего мужа? Он верил в Бога. Теперь Бог вам поможет. Здесь и во всем нашем телеграфном агентстве подметать, мыть полы, вытирать пыль рано утром и вечером. После уборки ключи вешать вот тут. Сейчас на полях Средней России развернулась величайшая в истории человечества танковое сражение. Баска. Вот так. Риц, вашу сводку. Наблюдаю сегодня в Орел. Очень хорошо. Воскресенье в Киев приезжают высокие гости. Уберешь все до блеска. Слушаюсь, фрау. Можешь взять для своего малыша. Дон Гизер, фрау.
Галина Дорошенко как раз сегодня получила серьезное задание. И выполнять его станет, по-видимому, будучи уже не комсомолкой, а кандидатом в члены партии. Кто за то, чтобы принять Галину Дорошенко кандидатом в члены ВКПБ, прошу поднять руки. Единогласно. Партийный билет получишь после победы. Глубоко? А, прогуляться хочешь, красоточка? Под землю? Уходи быстрее. Ха, нашел дурочку. О. Стой, очень хорошо, что ты здесь. Неси. Осторожно, это торт. Слушаюсь, фрау. Здесь, на этой площади, ваше превосходительство, мы поставим новый памятник. Памятник? И знаете кому? Прадеду украинских националистов, гетману Мазепе. После войны, а сейчас, господин Дорошенко, нам нужны не памятники, а люди. Украинские солдаты, преданные новому порядку. Украина докажет свою преданность. Ваше превосходительство, 23 года я ждал этого часа. И вот... Родной Киев, я дышу его воздухом. Сейчас снова увижу Крещатик. С нашего балкона? Кто пустил? Не знаю. Доложи, задание выполнено. А вы? Беги, я задержу. Дядя Саша, а вы? Я приказываю. Не стрелять, живым, живым брать. Слышишь, швайн. Руки. Ну, руки, руки. Слышишь, швайн. Да нормально. Я хочу знать, почему вы, квалифицированная работница, пошли работать не на завод, а в агентство? А? Кто вам это посоветовал? Вы знаете, кто бросил бомбу? Я не хочу вас пугать, но вам придется подумать о своем сыне.
бросим гуманность. Ты мне скажешь все. Мамо! Мамо! Матвейка! Сынок! Вы скажете правду? Еще раз. Ну? Третий выстрел будет прямо в лоб. Я ничего не знаю. Немыслимо. Что, господин Группенфюрер? Мальчишка вышвырнулся на улицу, а эту женщину в эшелон с пометкой лагеря Свенцев. Хальт! Матвейка! Сынок! Ой, Боже, а мамка где там осталась? Там, и солдаты повели. Андрей, битва за Киев. Товарищ старший лейтенант! В вагонах люди! Наши, пленные! Возьмите 20 человек, окажите помощь, догоните нас у моста! Есть! Пошли за мной! Эй-ка, сколько же их там идет? Да, ангел, батюшки мои, а? Смотри, ну вот. Тарасик! Тарасик! Галя! Галочка! Папушка! Жила! Галочка! Галинка! Жива! Ой. Я же говорил, она спасется!
бежала. Освободили. Киевлянка ты моя. Видал, какую нам вентиляцию устроили. Ну, пойдем же к нам, в токарный. Пойдем. Наши старые арсенальцы помнят. В 20-м году такое же разорение было. Ну и теперь восстановим завод. Восстановим. Да теперь даже и легче. Сил вроде больше стало. Ну что ж, наши там идут на Берлин, не задерживаются. А мы что ж, ждать будем, что ли, а? Давай. Бежать только до первых домов, там легче. Черта, меня не убьют. Галя ждет. И Матвейка. Сейчас. Ну вот, наши пошли. Молодцы танкисты. Ты знаешь, где я? Вот дорожный знак на шоссе. Цифра 20. Это 20 километров до Берлина всего лишь осталось. Ты слышишь, Галя? Слышишь? Добрый вечер, Галя. Ну что это задумалась, а? Ну как ленинградские станки? Не шалят? Нет, очень надежные. Слушай, Галина, вот Арбудов жалуется. Ты что это мудришь? Отказалась стать за смену у мастера? Не надо как-то. То есть как это не надо? Выдвигают тебя не зря. Я буду ребят обучать. Мне это ближе. Ну, раз так, не возражаю. Ну, а Витя как? Пишет? Угу, спасибо, часто пишет. Ну вот, а теперь пойдем вон там цветочки польем. Еще у нас вон на столике стоит. Да, вот на столике. Бабка ленивая. Да, бабка у нас ленивая, она не поливает. Давай мы вместо нее польем. Вот, пойдем ты сюда. Да. И это. Вот это, давай-ка. Хватит. Теперь уже недолго осталось ждать. Я поверю, все думаю, как это будет? Или я буду на заводе, Витя сразу придет туда. Или это случится дома. Ну вот, здесь цветочков нет, здесь только тети с мамой. А мы их не будем поливать, нет? Да. Пускай они сюда сидят. Да. Вот давай здесь поливаем. Ну что ж тебе задали, Матвейка? Бронь. Так, а тебе, Миша? Сочинение о Маяковском. Ну так сочиняй, давай, да. Чего? Придет, как снег, тот на голову свалится. Галочка! Яша! Никто? Наконец-то. Совсем? Совсем. Матвейка, ты не узнаешь папу, да? Знаю. Чего ты так долго задержался? Война приходит. Так служба, сынок. Батя, здравствуй, батя. Здравствуй, зять. Долго ж ты гулял по свету. Thank you.
ты поделитесь, товарищи, с чешскими друзьями своим скоростным методом. Да и сами кое-чему у них поучитесь. Федор Максимович. Да. Поехали бы с нами в Прагу. Конечно. Действительно, товарищ. Очень хотелось бы, товарищи, очень. Но никак не выходит. После праздника улетай на Донбасс, на новые комсомольские шахты. А как отпразднуем 40-летие, так вы и поедете, товарищи. Конечно. Чехи давно приглашают. Ждут. А кто же будет главой нашей делегации? Галина Ивановна. Я? Ты. Правильно. Лучше быть не может. А ты что, это вроде смутилась или считаешь себя недостаточно авторитетной? Сиди, сиди. Нет, но я не знаю чешского языка. Хорошие друзья понимают друг друга с полуслова. А вот на 7 ноября, на свой день рождения, позовешь? Конечно, Федор Максимович, приходите. Спасибо. Ведь все придут. Ну, конечно. Здравствуй, Якуб Петрович. О, здравствуй, Петрович. Куда свой взвод ты ведешь? Да хочу им салют показать. День-то какой. Воспоминания на всю жизнь останется. А чего дожили? 40-ю годовщину встречаем, а? Нагляделись мы за свой век-то, а? И счастье-то, и горе хлебнули. Интересная жизнь была. А у этой мелкоты еще интереснее будет. Подумай только, ведь они 100-летие Октябрьской революции справлять будут, а? И в обстановке всемирного счастья. Мы-то уж, конечно, и это... Хотя нет, нет, доживем, доживем. Мы на тот праздник их глазами глядеть будем. Скажу тебе по секрету, Корней Васильевич, смерти-то нет. Как нет? Нет, нет, есть только, как сказать, перемена обстоятельств, понимаешь? Вона! Вона пошла! Пошла! Давай, хорошо ты придумала, Галка, что родилась в такой день.